Поздравить с Днем ветеранов боевых действий, ответить на возникшие вопросы, помочь. Отделение Фонда защитники Отечества открыто месяц назад, но его работники успели помочь многим ульяновцам. В День ветеранов боевых действий в фонде провели неформальную встречу с участниками специальной военной операции – общественниками. Пригласили ребят, участников чеченской, афганской войны, в том числе и ребят, участников специальной военной операции. Вот сейчас уже ребята делятся впечатлениями о том, где как воевал, как проходили, вспоминая своих боевых товарищей. Поэтому памятная дата. Посетил встречу и заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко. Он обсудил с бойцами меры социальной поддержки. Рассматривали частные случаи каждого военнослужащего, а также общие вопросы по работе с фондом. Думаю, самое оптимальное направление, потому что сам неоднократно сталкивался с проблемами в социальных и всех структурах. Теперь я знаю, что вот есть фонд защитника Отечества. Буду непосредственно приходить сотрудничать. Центр работает в режиме одного окна. Здесь готовы взяться за решение почти любой проблемы. Медицинская и психологическая помощь, переобучение, трудоустройство и многие другие меры социальной поддержки оказывают в одном месте. Региональный филиал работает по адресу улица Кирова, 20, с 9 до 18 по будням. Жители области также могут обратиться в фонд через специалистов, работающих в местных отделениях социальной защиты. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.